Ребята, а это отдельный выпуск, посвященный еде в учебных заведениях. Какая должна быть образцово-показательная столовая? Сразу замечу, это учебное заведение, это вуз кулинарных искусств. Линк на учебное заведение в описании к данному видео. Поехали! Я вам покажу просто столовую, что здесь дают. Обязательно, если вы преподаватель или сотрудник учебного заведения, значит, возьмите себе на заметки. Чекпоинт, скажем так. Мясо. Смотрите. Вот еще. Даже всякие тут ветчины. Дальше шпажки вот такие есть у нас. Сыры. Даже разрешили мне пройти на кухню, и причем без юниформы, потому что обычно нужна специальная форма для того, чтобы туда попасть. Марк, привет. Да, привет. Что у нас здесь делают? Сыр подают, швейцарский. Швейцарский сыр. Значит так, у нас блюдо. А это салмон у тебя, да? Что? Вот это что на тарелке у тебя? Вот эта штучка. Курица, а, курица, да? И просто обычная картошка становится резко необычной, когда туда добавляют плавленый сыр. It's the melt cheese, yeah, you make yes, it. Yes, yes. Сыр большой, вот такой вот здоровый, он был круглый. Вот так вот круглый был сыр, вот этот. И он под специальной штукой такой, первый раз в жизни такое вижу. Он, значит, растапливается и добавляется, ну, вот здесь на картошечку. Как вам такой ужин? По-моему, неплохо. Это учитывая то, что я еще не на все успел. Да, не забывайте подписываться на два моих YouTube канала. Один канал Smart Education про зарубежное образование, а второй канал Егор Еремеев. Ну, собственно говоря, как меня зовут. Там я рассказываю о путешествиях, о поездках, всякие лайфхаки и наш Instagram Smart Education, где ежедневные посты про образование и путешествия. Пока!